эти руки. Я ухожу. Опять две руки. Взял. Вот так. Опускаю руку, пытаюсь нанести удар в голову. Этой рукой он защищается. Я захватываю, он бьет головой. Я подставляю руку. Женя бьет этой рукой. Ну, не надо бить боковой. Я заблокировался, схватил. Мы схватили, борьба. Вот они, такие сцепленные руки. Он фиксирует мой локоть, чтобы я не смог продолжить так. И бьет меня локтем. Я свой локоть поднимаю его руку, подсаживаюсь и блокирую его руку. Захват. Он вырывает руку. Наносит мне удар. Я двумя руками уже блокирую. Видите, двумя руками. Как Найханчин. У нас с вами будет движение Найханчин. Двумя руками блокирую. Он вот этой рукой кладет, фиксирует мою руку и мне бьет Макете в гору. Нокаут, Йонгхон Макете. Я защищаю гору, и это дает ему возможность захватить мою голову, и он бьет колено. Я выставляю две руки. Он идет на ухожение, сильный ранен. Я вырываю руку, заходит кольцом, вырываю руку. И атакую кулаком. Ловлю вниз и опять сюда. Видите, у нас цепь, вот они бегут. Руку вниз и ломаю руку, он заходит мне за спину. Аккуратно, у меня бьется. Я чуть выхожу, бью в пах. Выворачиваюсь отсюда. Рука сюда, рука сюда, голова, захват, захват и перехожу на бросок. Пытаюсь его добить, а он бьет меня ногой в голову. Ставлю блок чучелке и отворачиваюсь. Пробиваю левой ногой, он захватывает ногу. Я с разворотом левой ногой. Да, видите, что получается. Ломаю ногу, захожу каката, скручиваю каката горище. Найханчин дальше. Вырываю ногу. Я!